хорошего интервью. Почему ты самая красивая собака сегодня? Ему хоть и делали пластическую операцию, но все равно, ну, лапа... Но ему сейчас не больно? Нет, абсолютно. Найдут коляску для мухи. А, спасибо. И она будет. Спасибо. Да, все. Он хочет что-то мне сказать. Привет, а ты тоже актер? Мы узнали просто вашего хозяина и хотели бы поинтересоваться. Вы тоже играете в театре? Нет. Просто с нами вот Сергей Барабаш, актер молодежного театра на Фонтанке, привел тоже сюда своего питомца. Маму стерилизовали, отпустили обратно в природу, а котики у нас ручные. Лама Бэтмен по имени Санти! Александр Водача, дорогие друзья, вот такая потрясающая лама-супергерой, с которой потом обязательно можно будет сфотографироваться, потрогать, покормить, ну и просто провести хорошо время.